К 200-летию города Кокшетау областная универсальная научная библиотека организовала мероприятие «С днем рождения Кокшетау» на базе проекта «Библиотека под открытым небом». В ходе мероприятия проводились различные национальные игры, а также с художественными номерами выступила талантливая молодежь областного центра. По мнению организаторов, крайне важно приобщать детей к творчеству, воспитывать в них интерес к книгам и прививать национальные ценности. В ходе мероприятия была организована книжная выставка, площадка для рисования, проведены национальные игры «Асык» и «Тогыз-Кумалак». Собравшиеся проявили большой интерес и приняли активное участие в конкурсах. Мы пришли в областную библиотеку, играли в разные игры, рисовали и смотрели концерт. Еще мы пели и танцевали. Я очень люблю читать книги. Изюминкой мероприятия является уголок буккроссинга. В нем представлены лучшие зарубежные произведения детской литературы, наполненные увлекательными приключениями. Дети могли взять понравившуюся книгу себе в подарок. На книжной выставке были представлены сборники стихотворений казахстанских поэтов и писателей. В качестве почетного гостя на мероприятие была приглашена автор детской книги «Мозаика» Дана Жантимирова. Считаю, что приобщение подрастающего поколения к истории родного края, к чтению книг и культуре имеет большое воспитательное значение. Сначала я начала писать рассказы для детей. Большинство моих работ посвящено месту моего рождения, моей родине. Публика, посетившая мероприятие, была впечатлена выступлениями молодежи. В целях эффективной организации времени детей на летних каникулах организаторы проекта «Библиотека под открытым небом» планируют в дальнейшем чаще проводить такого рода мероприятия. Эдуард Погребицкий, Резагуль Шаменова, Журсуна Мирзак, Кокшак, Парад.